Вот сегодня у нас 25 декабря. Отправляем два полных комплекта. Еще попросили добавок. Сейчас закладываем, машина придет. И здесь книги забрали. Все, я складываю? Да, теперь будешь закладывать. Это мешок ты набрал уже. Значит, первый, посмотри, все, клади. Может заменить его? Да, ну это такое есть, это ухватило. Клади, больше у нас нет ничего. Это где-то везде на машине, подтерли. Второй том, открытым оком. Третий том. Больше не надо тут выпадет, надо бумага сверху. Там снег идет, чтобы закрыть плотно. Так, куда теперь кладешь? В коробку. Ну смотри, чтобы не упало на скамейке. Давай сюда, на это место. Давайте мне подать. Давай так маленько повернем. Так, ты взял четвертый том. Да. Вот я тебе даю пятый том. Вот шестой том. Вот оно как выглядит. Давайте, давайте, время. Седьмой том. Это два экземпляра. Восьмой том. Девятый том. Десятый. Открытым оком. Вот одиннадцатый. Все разного цвета. Двенадцатый. Все, они не ходят здесь. Вот двенадцатый. Не зря тонкие, туда надо было сюда. Вот смотри, как. Может мешок какой надо. А, потому что там почта так что даст. Веревочки надо перепутывать обязательно. Ну дальше уже все понятно. Тут, конечно, ярлаш. А когда мы уезжали, брали с собой, да это не один, не два, а они 125 экземпляров. Умножь на 31 килограмм. 1,40 м занимает на полке. 25 декабря. Вот три уже коробки есть. И еще там будет коробка, сумка большая. Ну, примерно 60 килограмм. 64 килограмма. По милости Божией, ничего у нас не терялось пока. В Австралию, в Америку посылали, в Испанию. Все сохранилось. Хорошая почта, нам очень нравится. Вот это пятая будет коробка, еще одна. Вот так. Это мы вам пошлем, вот, послали. Это здесь все такое же. Я сейчас пойду на улицу, покажу, какая надпись здесь. Я отошел. Очень хорошая почта. Главпочтамт Алтайского края. Я вышел сейчас на улицу, чтобы показать, как здесь. Ничего не сделаешь. Тут еще больше не видать. Центр выдачи, приема посылок. Это не самый центр, а именно посылок. Вот так. Какие большие мешки, даже если его разрешают, и не потеряются. Бог не любит. Все, обошло. Слава Богу. Все? Все. Все, да? Да. Слава Богу. Сегодня 25 декабря. Это вот три посылки по 14-13 килограмм. И одна. Сколько-то больше, большая посылка получилась. Это что?
Это тут никогда не запрещается, ничего, все хорошо. Мы очень довольны. Такую даль посылали, везде и в Испанию, и в Австралию, везде дошли. Вот последняя только не дошла, неизвестно почему. Ну, полтора месяца. В какую страну? Конечно, полтора месяца прошло до Америки. Я думаю, что еще. В Америку, если да, наземным или что? Авиа? Наземный. Наземный 2 месяца, да. 2 месяца еще. Надо 2 месяца уже? В Америку, 2 месяца идет. Ну, подождем еще. До этого посылали больше и дошло ровно за месяц тогда. Поэтому так-то думаем, но. Я доволен очень даже.